12 июня 2023 года. Война Российской Федерации в Украине продолжается. Давайте посмотрим на новую статистику потерь на этот который день. Вот только что поделился Генеральный штаб Украины. Самые свежие цифры. Давайте посмотрим. Итак, сегодня 474-й день войны. За это время российские оккупационные войска потеряли 216 180 единиц личного состава. Далее техника РСЗО минус 601 единица, артиллерийские системы 3746 оккупанты потеряли. Продолжают этот список следующие потери. Вертолеты 299 единиц сбито, 314 самолетов. Беспилотников 3307. Не долетели до своих целей 1183 крылатые ракеты. Этот список продолжают вот такие цифры. Средства ПВО были уничтожены 362 единицы, специальная техника 510, а вот автомобильная техника 6471. Напомню, водитель плюс экипаж. Боевые бронированные машины. Здесь цифра такая. 7636. Танки, потери 3931 единица. Ну и далее отрицательное всплытие. Корабли и катера. 18 единиц. Слава Украине! Героям слава!